Вот смотрите, вы наверняка уже прочитали это. Алло. Вы наверняка прочитали это самое, вот это письмо, да? Значит, год назад оно было написано под, как комментарий, я его прочитал только 2 дня назад. Значит, я так думаю, что эта Марина связала еще 30 джемперов, все-таки 50 вебинаров с тех пор прошло за этот год. И дальше продолжает вязать. И она спросила, можно ли оплатить получение посылки по почте. Этот вопрос волнует многих. Нас столько кидают, что люди уже боятся посылать деньги наперед. Вот. Ну, я могу одно сказать, что мне пока еще верить можно. Да не пока, а всегда. Вот, если вы меня слышите, если вы еще джемперы продолжаете вязать. Я написал адрес, но, извините, перевод только по предоплате. Я иначе не могу. Получить пусть одну из 10, из 20 посылок обратно с мертвыми черенками, с мертвыми этими, там, переросшими косточками. Это, поверьте, это тяжело морально настолько, что лучше вы откажитесь вообще от заказа. Но если закажете, то только если мне доверяете. Идем дальше. Значит, итак, Ханты-Мансийска не мне, а дело в том, что это есть такой сайт, очень популярный сайт, и в нем появилось вот такое письмо. Там Антон, то есть Павел Тараценко разместил мою статью. Так, и вот отклик на мою статью про абрикосы. Спасибо, что делитесь. У нас выживают то есть те деревья, что посажены по вашим рекомендациям. Вам спасибо за эти слова. Вот. В этом году Александр Кондору потряс Ханты-Мансийск, потряс фотографиями наливающихся плодов абрикоса, выращенных из ваших саженцев и косточек. Вот. И теперь как получается? Ханты-Мансийск, я сразу. А, кстати, и Павел, он же меня, ну как, он у меня как бы связной на связи. И вот он пишет, кто такой Александр? Я сунулся, у меня нет его почтового электронного адреса во всех трех почтовых ящиках. Набирал Александр, набирал Кондауров. Не получилось. Ну, Павел сам его нашел, а я нашел вот это вот. Я залез в интернет и увидел, что Ханты-Мансийск относится к зоне континентального климата, приравненному к району Крайнего Севера. Не самый жуткий климат. Тут, смотрите, арктический воздух, тропический воздух, арктический воздух, тропический воздух. Но в то же время, если смотреть по широтам, по географической широте, то, может быть, это самые северные абрикосы в мире, имеется в виду культурные. Вот. И тогда, значит, это вдруг ни с того ни с сего, после всего этого, он мне пишет в электронную, в мою гостевую книгу, контору. Я еще не успел его найти. Значит, вот он пишет королевский, байлевицкий, манжурский. Байлевицкий. Так, теперь. И после этого, это еще не все. Железо на проводе. Я не могу разговаривать, потому что у меня вебинар, меня слушают люди. Именно в это время, 8 часов начался по моему времени. Может, потом поговорим. Извините. Ага. Ну, позже уже не получится, еще впереди 3 часа разговора. Давайте завтра. А, пожалуйста. Не могу я никого футболить, потому что проблемы сами знаете, какие. Ну, что жить называется. Теперь, вот это письмо он адресовал гостевой всем подряд. Это, я так понял, просит связи. Что я сделал? Мне прислал адрес, опять же, Троценко. Он не самолодец. Так, вот, смотрите сюда. Он его нашел, он с ним связался. Вот его электронный адрес, глядите. Так, и раз. Кондаурова все-таки согласитесь, требует внимания. И я ознакомлю с его, теперь уже не мои, теперь уже его плоды. Смотрим, внимание. Внимание, внимание. Ага, ну как вам? Причем я на данный момент не знаю, сеянцы или привитые, потому что он там упоминает и сеянцы, и привитые. Вот вам север. Вот вам север.
Ну, это культурно. И что меня шокировало, даже не помню, он, по-моему, меня заказывал черенки, по-моему, с листьями, по-моему, и в июле. И, по-моему, он смог их укоренить, значит, откуда у него шелковица. Ну, в общем, понятно. Я поздравляю его, я вам показал его электронный адрес, так, вот, возвращаюсь.